Вечно молодой, но с богатой историей. 25 сентября, 985-й день рождения Курска. Наш город устремлен в будущее. Основные праздничные мероприятия прошли еще в воскресенье. На торжественном собрании курян поздравили представители власти и даже искусственный разум. Город Курск празднует свое первое тысячелетие. Сегодня это один из стабильных и процветающих центров. Робот дело говорит, и в почтенном возрасте Курск хорош собой. Прирастает новыми жителями, по прогнозам к 35-му году нас будет более 500 000, и новыми микрорайонами, например, Северный и проспект Плевицкой. Дальше будет транспортная инфраструктура развиваться, планируем и строительство троллейбусной линии вот к тому микрорайону Северный, строительство школ, детских садов, все это в планах. Курск – это всегда был форпост Руси. Это первое. А что касается дальнейшей нашей истории, она тоже много ярких страниц имеет. Я считаю, что Курский город труженик, правильно говорят, и город воин. И в данном случае это некрасивые слова, а это действительно так. Поэтому мы можем гордиться своей историей, своими людьми.